Завтрак у нас всех разный. Доброе утро. Я себе кофейку налила. Вот выбираю, какой шоколадку открыть. Вкусняшка. Это гостинчик. Андрюш, какую шоколадку открою? Давай с медом или с чем? Это манго. Давай с манго. С кокосом, как я думаю, не будет интересно. С манго не так лучше будет. Тропическая коллекция. С медом. Тропический кокос тут вообще написано. Так, это мой завтрак. Андрюха тут себе блинчиков подогрел. Это сыр. Сыр, что ли? Ты его тоже грел? Нет. Такое. Кто хорошо работает, тут хорошо кушает. На завтрак шашлычок. Угу, себе вот такую дюрю в органе. Была бы колбаса, была бы колбаса. Ой, ну нафиг колбасу это. Ну вот, все завернет. В ролик и слямкает. Так, вот. Ну да, так, не кисло. Ну а мы шоколадочку, наверное, откроем. Приятного аппетита, хорошего завтрака, хорошего настроения на весь день. У нас пасмурно. Какой день? Пасмурно. А у меня каникулы до 1-го числа. Слушай, Андрюх, он правда какой-то. Главное, манго. Приятненько, Андрюшечка. Спасибо тебе. Благодарствую. Дайте-ка позолотите ручку. Да дай руку. Хреново. Выпросил у меня деньгов на эту хреновину. Вчера управились, сделали сок, заморозили томат на супчики и заморозила перчик стаканчиками для того, чтобы фаршировать зимой. А это вот остатки такие, ну, он был плохенький, не целенький перчик, не пойдет для фарширования. Ну, вот я нарезала тоже в заморозочку, пойду. Понравились, надо будет еще купить в фикс-прайсе недорогие зип-пакеты. Вот эти вот желтенькие там поменьше объем, а и зелененькие побольше. Вот такие, уже все, кончились, можно сказать. Вот, желтенькие. И вот такие зелененькие. Зелененький последний остался. Вот размеры. Видите? Побольше, поменьше. Надо будет еще купить. Нормальная тема. Сачок все-таки закрыли. Андрюшка сейчас его сносит вниз. Немножко получилось. Но и зато вот эти плюшечки сделали. В пакетиках на супчик. Вот так. Одноглазик мой лежит. Гимнастику выписали. Один глаз прикрывать, потом другой. Да, доченька? Ой, и никаких телефонов. Так, а мы что делаем? А мы опять убираемся. Папа наш Карлсон опять наверху. Надеюсь, за сегодня доделает там вот эти доски. А мы тут бардачок развели, воды разлили. Моем холодильник вот этот вот. И на холодильнике, и сверху, и внутри. Вот. В общем, приборка. Дверь вымыли. Чисто какая. Вечно заляпанная. Тут собака же это носом вечно. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Там, блин, грязно, что с этой, что с той стороны. Ну, в общем-то, колхоз вон везде. Сегодня должен доделать. А там еще эта вата, стекловата, там, господи, он надышится, а потом и ходит, аж это самое, кашляет аж до такой Короче, степени. Короче, вот эта вот вата, минвата она, да, Антош? Да. Вот, а что ты с ней делаешь, что она пылит? Я ничего с ней не делаю вообще. Ничего не делаешь? В общем, пылит так, что он начинает кашлять аж это, с кровью, хотя в маске, так что опасно. Помощник. Там музыка на всю. Ага. Так, что? Что? Ну, в общем, опять уборки-приборки у нас. За окном солнышко сегодня. Все это окно хоть опять мой
Только отмыли окна. Тут у меня тоже такое окошечко. И новые орхидейки, и какие-нибудь больнявые тоже тут стоят у меня. Как отстойник, скажем. У меня уже два окна превратились в отстойник. Он хочет, видимо, продолжить цветение. Такой вот беглипчик. У него губа мне так нравится, друзья. Обалденная. Она как это, у дракариса, плотная, пластиковая. Вот. Такой беглипчик-то мне Алочка купила, прислала. Он уже тоже начинает вять. Еще хочу показать вам беглипчик. Думала, цветоносик, нет, мусор. Вот этот момент, думала, цветоносик, нет, это от мха, что ли, кусочек туда попал. Хочу показать вам вот такое чудо. Ноябрь месяц, а мы в рост поперли. Смотрите. Это я вот... Нет, средство отличное. Видите? Вот оно. Все корешулечки вон просыпаются и от шеи, и так. И далее. Вот. Класс. Видите? Отросточки. И при этом вот будет ответвление, да? Хочет у меня цвести. Не, уда отличная, но не самая бюджетная. Ой, так, что тут тоже зацветает. И тут что-то мне лист желтеет. Тоже надо пойти посмотреть. Так, приперлась называется. К окну. Хотя у меня не орхоблок. Ну, тоже почечка набухает. Не орхоблок же. Такая, видите, палец. Размер, да? Ну, наверное, с 2-рублевую монетку. Надо тебе будет посмотреть. Что тут у тебя? Лист желтит. Солнышко. Это хорошо. Когда солнышко. Карлсон. А еще дочку туда подымал. Да. А тут кашель какой. Вот он, путь к небесам. Не знаю, снимай или не снимай, телефоном пользоваться не умею. Вот что мы тут наделали. Покажешь наш хламовник, да? Да. Только он теперь не хламовник. Не хламовник? Нет. Тогда у меня еще было другой час. Все разложено по полочкам, по местам. В ящичках все аккуратненько, аккуратненько. О, это вентиляция у нас тут. Утеплили ее полностью. Из скорлупок, вот из таких вот. Одну трубу утеплили скорлупками. А то зимой был конденсат на ней. Вот, а и сделали из палетов пол. Замечательно. Теперь есть почти метров где-то 60 квадратных, куда можно складывать хлам. Были вот такие только продольные балки. Вот, и мы их начали зашивать досками от палетов. Срезали гвозди. Пропитали огнебиозащитой и сделали вот такой вот пол. Теперь можно спокойно ходить, ложить что угодно. Вот. Дешево и сердито получилось. Вышли посадить хосточки. Тут Женек мне прислала. Временно сюда расположим. И еще вот буквально. Ты можешь целиком с головой заходить. Да, ну да. И еще Олька мне выслала. У нас как раз неделька еще тепла будет, тоже сюда посадим, вот в эту грядку возле дома, а уже по весне будем пересаживать вот отсюда в разные места. Ну, Олька там посылку выслала на 15 килограмм, не знаю, что он туда поналожила. Ну, тоже садовый гортензия.
решила тут меня мелкая порадовать. Видали? Уже у нее осень. Все, видишь? Ну, туда же. Надо обрезать, наверное. Ну, в общем, сюда расположим. Посылку бы получить. А там видно будет. И так, сюда розы пойдут. Как и... Вот там будут тут розочки расти. Хорошо им тут, с этой стороны. Хорошо развиваются. Кони вымахали. Не знаю, а какие он. Все цветут и цветут. Ноги уже пообрезали. А мы еще все бутоны дуем. Мучнистая роса, естественно. Но на краешках, видите, верхней части, потому что молодые побеги. А у нас уже заморозки. Вот так вот были. Прихватывала их. Мои любимочки. Метровые выросли, блин, вообще. Куда нафиг? Такие огромные. Это тоже саблю какую дала. На корню он. Даже не распустилась вся. Плотно. В общем, ждем. Надеюсь, успеет как-то до заморозков укорениться, то, что ко мне придет.